Выезжать за пределы города ноябрьские водители обязаны по правилам. Госавтоинспекторы Ноябрьска дали старт профилактической операции «Трасса». Полицейские в течение недели будут контролировать скоростной режим автолюбителей, а также соблюдение правил дорожного движения. С 21 июня по 30 июня на территории округа проводится профилактическое мероприятие «Трасса». В том числе она и проводится на загородных автодорогах Ноябрьского региона. Целью данной операции является предотвращение ДТП с автомобилями граждан, которые выезжают в отпуск и обратно.